Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. And I'm not taking no calls cause I'll be dead dead. Блин, ты можешь успокоиться и сесть нормально? Ну что, поехали? Поехали. Только болты! Отец застал сына курящим. Бать, может, не надо? Давай кури! Бать, давай прекратим! Да ты сейчас у меня всю пачку выкуришь! Всю пачку? Батя, я еще и бухал. Что ты сказал? Ограбление в китайском переулке. Так, шеф, давай, гони! Аладдин и Абу торгуют на колхозном рынке. Фото с обезьянкой, подходим, фотографируемся, не стесняемся. Фото с обезьянкой. О! Абу, палево ушло. Давай. Кручу, верчу, запутать хочу. Американец покупает сувениры в России. О, oh, hello! О, ты чё, американец? Здорово! I'm from New York and I want to buy some souvenirs for my friend. Ну, это ты вообще по адресу попал. Вот смотри, у вас у всех там футболки I love New York, а у нас в России вот такие. Бухат? What is the city Бухат? Бухать, it is very big city of Russia. Every Russian man go to Бухать from пятница to понедельник. No, no, no. Смотри, еще вот такая есть. And what is this? It is Russian girl's sex pyjama. For girls? No, not for me. Возьми, возьми, твоей девушке пригодится. Okay. And what is this? А это халява. Халява? What is the халява? Слушай, не заморачивайся, бери, я в ней все равно только картошку на даче копаю. Oh, I know. It's Apple, the biggest corporation of high-tech technologies in America. Нет, this is яблоко, the party of Russian losers. No, not for me. Так, ты где проходишь? Да. В черном пиджаке? Ага. Так, ты проходи. Каждый из нас ездил в маршрутке и, наверное, заметил, что водители стали похожи на американских полицейских. 334-я! 334! Вещи, вещи, два так! Коля, а? У тебя дождь идет, что ли? Че, дурак, что ли? Я за тебя еду. А, да, точно. Коля, мэнь. Мэнь, пристегни ремень. Игорь, что? Аккуратнее, там на каблучке машинка работает. От души, братан. Спасибо. Все, давайте присели. Мужик, ты что там стоишь? Не можешь мальчику на коленку сесть, что ли? Женщина, ты что, беременная, что ли? Не. Освободи место, видишь, алкаш стоит, болтает, проход занимает. И вот смотрите у меня, если гаишник за превышение остается, сами платить будете.
Водителю, почему на красный свет проехали? Что, самый умный, что ли? У тебя права есть? Нету. Вот у меня нет, так что не ори тут. Кумыли наглый ковагал вольте. Коля, Коля, тут водитель 331. Офигеть, вообще. Меня не обогнал. Давай его на туристе зажмем, как обычно. Ты спереди, а я сзади. Чё ты меня вперед едешь? Чё, по графику ездить не учили, что ли? Чё матом у меня ругаешься? Куда ты идешь? Зачем ко мне судить учителя? Коля, дай вперед! Ты меня зажал! 331-й уехала, я плакаю! Девушки очень часто опаздывают на свидание. А что делают в этот момент парни? Мяу! Мяу! Охранник, который не спал трое суток, уснул в самый неподходящий момент. Так, вы проходите. Так, стоп. Лёх, он походу уснул. Давай прикольнёмся. Я железный человек. Мама, мама, у меня температура. Опа, Gangnam Style. Давай лося мне пробей. Ты думаешь, ты самый умный? Я всегда на этой фразе посыпаю. Летели вы. Представьте, ну очень стеснительный мальчик устроился на работу в Oriflame. Клиент, Лёх, давай соберись. Я крутой. Даст вам чем-то помочь? Да не, я сам посмотрю. Вы за мной до дома собрались идти? Подухи украли, верните, пожалуйста. Случай в парке. Привет. Привет. А у тебя есть парень? Есть. Да ладно! Пацаны, прикиньте, у нее парень есть! Слышь, пацан, тебе что-то надо от нее? А ты что, ее парень, что ли? Да прикинь, я ее парень! Представьте, ковбой, который не контролирует последовательность своих действий. Ха-ха, вот ты и пришел, Сиблэй Джо. Привет, Зэм. Вот ты мне вот скажи, а?